Одно из старых упражнений для того, чтобы научиться работать в клинче. Во-первых, и во-вторых, научиться бить от положения. Многие привыкают к тому, что если собираются ударить, они оттягиваются, потом бьют. То есть, во-первых, сигнализируют, во-вторых, теряют время. Пока ты оттягиваешься, в эту дырку можно уже войти. Итак, подходим близко к мешку, ставим кулак на цель. И потом мы двигаемся по мешку, не отрывая. И здесь, двигаясь, мы наносим все варианты ударов. Боковой, апперкот, прямой. Не толкать. Значит, не оттолкнуть мешок, а взорваться всем телом. При этом не теряя контакта. То есть не надо отвести ударить. Нет. С места. Попробовав на вишке, поймав ощущение, переходим на работу с партнером. То же самое, мы, входя в клинч, не должны размахиваться. Сначала поставили, ударили, удар. Ни в коем случае не должно быть ни толчка, ни замаха. Мы двигаемся по противнику, все время приклеившись. Ровно для того, чтобы, во-первых, действительно поймать, как в клинче чувствовать оппонента, так и чтобы впоследствии у вас рука летела с места, не отдергиваясь назад. Удачи!